Итак, аншабы, ребята. Сейчас, наконец, мы будем обозревать обзор этого игромании, так сказать. Хотя это уже делал, мы сейчас, типа, разберем каждое слово, чтобы вы как бы знали. Так, давай. Марафон. Пиздец, это слоу-фон какой-то. Я уже игру 20 раз прошел, а они только там вторую часть выложили. И я это еще умудрился еще два раза переозвучить. Ладно. Сейчас звук у меня что-то... Ну вот, видимо, опять эти рожи. Если рожа отвратительная, зачем ее снимать? Я не понимаю. Вот этого только. Крайс 2, безусловно, да. Один из самых-самых-самых аппетитных. Ага. Ты можешь нормально говорить, это же просто отвратная дикция. То есть, это просто вообще... Серьезных шутеров за последние годы, на самом деле, удивлены. Очень сильно удивлены. Да. Чем вы удивлены? Ну, сейчас мы посмотрим, чем они удивлены. Это совсем другая игра. Она к первой части... Очень, да. Только, наверное, чем не был первый Крайзис, так это супер блокбастером. Ты что несешь? Вот что ты несешь? Ты вообще... Ты слова можешь подбирать нормально? Крайзис — это был охрененный блокбастер. Там он... Там открытый мир был. Ты, видимо, не проходил, что ты, что там было дальше, там, что как все заледенело, как инопланетяне толпами шли, там авианосцы лезли, гигантские... Были боссы, что тут этого нету, кстати, тут гигантских боссов нету. Во втором крае этот вообще поддакивает, если что, и они дальше проговариваются, что в первый Крайзис там они вообще не играли. Я очень много говорил, что я супер-блокбастер, но когда он вышел, все такие, а почему ты супер-блокбастер? Ну ты придурок, а. Ты просто в него не играл, потому что у тебя комп не тянул тогда, а потом тебе лень было его переигрывать. Наш такую хрень сказать. Это вообще единственная самая крутая игра с открытым миром. То есть шутер, это все стандартные задал. Там компьютеры до сих пор его не тянут, этот Крайзис первый. Он до сих пор тормозит больше, чем второй Крайзис. И эти люди еще... Могли доказать, что Крайтек сделал супер блокбастер. Действительно. Под блокбастером они, наверное, подразумевают. Я даже не понял, что они подразумевают. Но, возможно, просто в Крайзис 1 не было такие киношные вставки. Там не было, как в Крайзис 2. Там больше реализм. В Крайзис 1 и графику во втором сделали это как фильм от первого лица. И только в этом разница. Ну, естественно, в то время еще не делали игры, так, в 2007 году или когда, как они сейчас уже делают, уже стандарты другие, ну... Это вообще симулятором, по большому счету, был в какой-то мере Крайзис 1. Мы очень долго не могли сделать, то есть, несмотря на технологичную графику. Были хорошие шутки, да, недавно был Bully Storm, но он не был мастер, он хит, и он... Чего? Не блокбастер, хит, про... Сука, А вот в жанре такого серьезного экшена, я не знаю, такого уровня игры, наверное, не было со времен Half-Life 2. Извините, уже... Или Крайзис 1. Какой стыд, а? Это серьезная проработка во всем, причем. Ну, не только графика, которую Крайтек нас пытались пичкать вот несколько лет, но они наконец-то вышли на вот именно режиссерский уровень там высокий, и музыка, и даже геймплей наконец-таки стал тем, чем хотели видеть это. Сколько лет прошло? То есть, понимаешь, они просто взяли тот же геймплей, его улучшили, просто подогнали, чтобы он был более простым, потому что изменили. Ой, там был свободный мир открытый, тут сделали закрытый коридорный шутер, просто для приставок специально. Да ладно, сейчас надо их в комментарии просто смотреть к игре, чтобы понять, что ни хрена в этом не понимают. Крайтек, это была очень большая, талантливая команда, которая умела делать клевые движки и претендовала на то, что может делать клевые игры, но не делал их при этом. Да, вот только вот движки они эти не продавали никому, они делают для себя. Даже Crysis 2 они тоже для себя делали этот движок, и сейчас они решили продавать его.
Ну, так ни одна игра толком она и не вышла на Crysis. Потому что, что Far Cry первый, ну, у всех были претензии, да, и mm-hmm. за графики, чего уж там. К Crysis'у были... Ну, что, ну, претензии, mm-hmm. на самом деле. Да. Да, да. Ну, и, честно говоря, были сомнения, что линия не продолжится, uh-huh. и чего? Будет очередным пшиком. Yeah. И вот, и поэтому, конечно, чего? Crysis нас вот безумно удивил, потому что эта игра, это, не знаю, это uh-huh. как вот летний блокбастер, там, Майкла Бэя или Стивена Спилберга, uh-huh. вот реально, yeah. не просто блокбастер, это игра uh-huh. вот, высшей категории блокбастера. Бастеров, сука, а? Какую-то хуйню вот несет, реально непонятно, о чем он вообще несет. В стиле режиссуры, угу. и реально... За своего слова вот в жопу им охота режиссеру Руссора засунуть, он его заладил, вообще не понимает, что он имеет в виду, как попугай тупорыло повторяет. Это что... сюжет, за которым просто угу. интересно. А где сейчас сюжета нету, а? В том же Bulletstorm не хуже сюжет. В первой части почти нисколько. То есть, ну, то есть там привязали, ага. как ниточками, так белыми сшили. Ага. Как говорится, я вот в первую часть почти не играл. И... О, вот урод, а! Я не играл в первую Crysis, что-то сидит, поддакивает под Crysis 1. Ну и козел, а! Ну и козлы, и что гонят что-то по... Это вы слышали? Я первую часть и вторую тоже не играл. И еще-то они рассуждают, там не блокбастер, первый Crysis, типа, типа ничего такого, пора. И это вторую. Что? Нет, он сказал, он не играл в первый Crysis. То есть, если он говорил почти не играл, то он вообще не играл. И вторую тоже там. Свиноматка сидит тоже. Как вот совершенно новая игра, цифры 2 я не угу. вижу. Воспринимается она вот очень ага. целостно. Чего? В таком случае. Чего? Ты чё ты несёшь, подлец-то поганый, а? Что ж ты несёшь? Что ж ты не... Если ты не играл в первый... Это ощущение, которое uh-huh. есть во время игры в Crysis 2, это ощущение из 90-х, uh-huh. причём в хорошем смысле. Вот этот чушь он несёт, поганый. Такая чушь здесь из 90-х. У него вот две фразы режиссёра, 90-е. И ещё вот это... Вот это вот. Это вообще, это, ну, в голове ни хрена нету, все жира заплыло, реально. Я не понимаю, 90-х, а Bulletstorm, это что, не из 90-х, это из 80-х, по-твоему? Он вот этот заладил, 90-е, везде постоянно это несется. В Дюке Нуке у него в 90-е, это в Дюке... Он вообще ни хрена не понимает, то у него блокбастер, то 90-е, с полную хрень несет. С душой. Ага, да. Опять еще 10-й раз блокбастер повтори, если у тебя больше голова ничего не запоминает. Даже несмотря на какие-то недостатки, да. ты просто вот ага. поглощаешь... А недостатки, которые сам и придумал, сейчас мы увидим в этом самом... Крайс очень, на удивление, оказалось да. атмосферной игрой, классно ага. находиться. А странно, бы столько бабок вложили, да? Интересно следить за развивающими mm-hmm. событиями, и геймплей даже, он да, отличается ага. от того, что мы сейчас видим в шутерах, но при этом... Конечно, потому что там режим нано-костюма стелс есть. Ты даже не сказал, почему он отличается-то. В геймплее есть какая-то глубина, ага. то есть это не просто чего? Трубы, которые ведут и показывают красивые сцены. Там открываешь рот... Нет, придурки, поиграли в демо-версию и что-то рассуждают о геймплее. Этот вообще в первый Crysis не играл, и второй тоже не играл, видимо. Просто он ему стыдно сказать. И что-то тут мямлет. Дохаешь, шахаешь и там поражаешься, но играть угу. в тир... Интересно, ага. здесь тебе дают, чего? Как говорится, пространство что? Для действий, где ты можешь... Чего? Можешь вот вертеться и применять все свои способности и по-разному. Причем. Да, при этом... Это занизацию напоминает, он вообще не понимает, что сказать, и по ходу произнесения предложений уже читает что-то придумать. Вот кривого open world, как в первой игре, ты... Чего? Какой он кривой? Чего? Что кривого... Open World, он как раз какой так надо было, он и был Open World, а тут просто нету ни кривого, тут просто Open World нету, тут песочница, это не сэндбокс. Это, ну, там в сценах, может, сэндбокс с натяжкой. Здесь, как принцип Хейла, да и даже, наверное, не Хейла, а Deus Ex. Да. Чего? Тех, чего? Каждую задачу можно несколькими способами решить, по-разному пройти каждый участок. Ну, мы не будем забегать, на самом деле, вперед, мы это все подробнее угу. расскажем. Да. Максимум пиздец. Это у нас большой марафон. Да. Это не марафон, это жирафон. Заметить по
той движухи, которая началась на сайте. Он будет идти неделю, у нас 19... Неделю, слышали, игру проходит. Я ее вообще за один день прошел, бета-версию. И эту прошел за один день, как вышло. И сразу записал, выложил это все. Со своими комментариями. Какой это марафон, если ты неделю проходишь игру? Ты подумал, какой это марафон? То есть у нас будет три части марафона, как в старые добрые времена. Чего? Три части у них еще? Каждая часть идет по... Че? Она что, час идет, что ли, целая? Я что-то не понял. На самом деле, даже сейчас обсуждаем, возможно... Странно, я вроде смотрел, она будет 15 минут шла, не понял. Надо же, она сейчас идет, нифига себе. Ну, какие три части, если до часа игра там, там до хрена 12 часов геймплея минимум там. Если сколько, вот 38 частей по 15 минут я геймплей выложил. Да. Давай быстрее. Возможно, в третьей части марафона где-нибудь вас еще ждет вот такой сюрприз. Ну давай уже, давай. Вторую часть марафона мы традиционно покажем вступление игры. Во второй части мы покажем, как происходит битва в Open World, сколько там есть возможностей, как их использовать. Только вы ни хрена мне их не разобрались. И посмотрим битвы с инопланетянами, которые разительно отличаются от того, что было в первой части, и разительно отличаются от того, как происходят битвы с людьми. А в третьей части у нас будет мультиплеер. И, возможно, вот общение с разработчиками, если у нас будет. Да, небольшая ремарка. Слушай, первые две части давай уже. Xbox, а в третьей вот те же самые сцены показывают на PC. Связано это с тем, что Xbox к нам версия уже пришла. PC-версию мы тоже, на самом деле, уже получили. Просто она защищена и активируется. Да. 24 числа. Да вас вообще посадить надо, если вы геймплей выкладываете раньше срока. Знаете, вас можно уже сажать, вот жирную тушу на нары сажать, и там все уже, ты там быстро похудеешь, там вообще. Они собираются геймплей выкладывать раньше выхода игры еще и без спроса, совсем обнаглели. Поэтому, поскольку нам важно оперативно все сделать, поэтому первые две части... Но при этом она все равно прилично выглядит. Да, при том, что Xbox реально хорошо выглядит, а версия PC серьезно лучше. И вообще... Чего? Эти придурки утверждают, что PC-шная версия, им просто бабки заплатили под лицам поганым. И их журнал как бы... Знаете, этот человек, он сам говорил, доводил детей до самоубийства. Всем, у кого нет денег на приставку, вы ничтожество, нищеброды, убейте себя. То есть этот человек убивал детей фактически. И сейчас обратно, гнет в обратное направление линию, что на PC лучше полную хрень несет, когда она ничем не лучше там. И это на протяжении всей игры у них прослеживается вот эта хрень. Опять им мозги несут чушь, что на PC она версия, она ничем не лучше. Да на 3D даже работает на приставках. Ну, естественно, PlayStation 3 там она полная параша там. Это единственное, что где хуже, это PlayStation 3 говно такое. Надо играть на PC. Ну, придурок-то, а. По-хорошему, надо играть на Xbox, потому что это, там, для чего это она разрабатывалась, она ничем не хуже не выглядит. И там ничего надо. По-хорошему, это приставочная игра, придурок. Это в первый кразис, то, что она больше нигде не выходила. А во второй. За годы мы готовы это сказать. То есть... Чего ты готов сказать, если ты сам сказал, что к тебе еще не пришла полная версия PC? И чего ты там готов сказать? Там что, Direct больше в редакции? Там Direct 10, что ли, Direct 11? Они специально вырезали даже 10-й Direct, чтобы ничем по версии приставок не лучше. А то, что это частота кадров больше... то это только, наоборот, в минус даже игре ведет, чем в плюс на компьютере, потому что там эффект смазывания кинематографично используется, там не нужна частота кадров. И вы эти придурки не можете понять, что 30 кадров со смазыванием это лучше, чем 60 без намазывания. Сейчас вот какой-то такой радостный момент для ПК-геймеров. Да, сволочь. Потому что Xbox-версия хороша, реально. Да, но на PC это все в разы лучше. Подонок, какой подлец, мир зарев, не играл ни в первый Crysis, не играл ни в второй бета-версию, и этот подлец говорит, заведомо, не видя даже PC-версию, что она лучше PC-версии. Какой же ты мерзавец, просто охота плюнуть в рожу за твое вранье. И причем бегает очень нехорошо, вот даже на довольно сильно.
Конечно, хорошо бегает, если эта игра разрабатывалась под приставку, оптимизировалась. Потому что приставки, если... Ладно, же аншапнут брать, аншапнут.